добавили схему моста в твой ПХК. Сначала тебе нужно заложить основание, а потом добавляй нужные материалы до окончания постройки. Мосты пригодились бы многим рекам и каньонам, знаешь ли. Ты точно не пожалеешь о потраченных усилиях, когда пройдешься по построенному тобой мосту. Попробуй. На отмеченное место и поставь там почтовый ящик. Ты легко найдешь его, если будешь сверяться с картой и компасом. Оружие разрешено. Туда, куда нужно. Хорошо. А теперь достань ПХК и выбери почтовый ящик. Построй его в этом месте. Отлично, Сэм. Отменный почтовый ящик. С помощью его общего хранилища можно делиться с другими курьерами грузом и снаряжением. Оставь лестницу и якорный крюк, и наверняка найдется кто-то, кому они пригодятся. Если у тебя их много, почему бы не оставить часть? Люди в долгу не останутся.
Сэм, обменивайся грузом с другими курьерами через общее хранилище.
отлично. Готово. Все оружие блокировано до вашего выхода. Все чисто. Добро пожаловать, сэр Портер Бриджес. Обеззараживание на местах держать. Все чисто. Добро пожаловать, сэр Портер Бриджес.
Thank you.
сядем на секундочку и помедитируем. Ну ладно, нет покоя грешникам. Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Все оружие блокировано до вашего выхода. Груз проверен. Спасибо. Доставляю груз. Спасибо. Этот прибор поможет запитать распределитель через хиральную сеть. Да и другие объекты тоже. Надеюсь, что UCA с толком потратит наше электричество. Можно взглянуть? Невероятно! Как ты это дотащил? Ты летаешь? Теперь нам нужно подключение к хиральной сети. Действуй. В нашей сети ограниченная мощность, и каждая твоя постройка ее расходует. Но с повышением уровня связи и доступная мощность также станет расти. Все сделали вовремя. Спасибо еще раз. Говорят,
что вся твоя группа погибла? То, что ты делаешь, невероятно. Ты сам себе экспедиция. Надеюсь, у Амелии тоже все хорошо. Интересно, добралась ли она до крайнего узла? Она поручила нам электростанцию. Амелия указывала путь, а я был в барьергарде. Лично я с ней не знаком. Но для меня все равно было честь идти вместе с ней. Когда увидишь ее, можешь передать ей эти слова. Сэм, на два слова. Я провел эксперимент с твоей кровью. Похоже, ты что-то обнаружил. Мы распылили образец твоей крови на территории тварей и обнаружили, что их активность снизилась. Это пока не точно, ведь у нас нет других возвращенцев, на которых можно провести дополнительные тесты. Но это заставляет предположить, что жидкости возвращенцев отпугивают тварей. Мама предложила создать оружие, чтобы испытать эту теорию. Прототип будет скоро готов, и тогда тебе нужно будет его испытать. Сэм, это идеальная возможность. Мы подключили к хиральной сети почти весь регион, остался только портовый узел. Вернись в столичный узел и возьми припасы для портового. Когда придешь, мы сможем лично выдать тебе прототип. И еще. Курьеры редко добираются до этой электростанции. Когда будешь там, возьми имеющиеся заказы. Если есть работа, не возвращайся с пустыми руками. Зайди в тот терминал доставки. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки. Отлично. Ветровая электростанция, которую ты добыл, очень важна для нашего дальнейшего развития. В качестве награды я кое-что добавила в твой ПХК. Генератор. Он перезаряжает аккумуляторы устройств, находящихся рядом. В том числе машин, байков и другой техники с аккумуляторами.